Давайте, раз, два, три. Не, я просто не знаю слов. Я петь не умею. Здравствуйте, здравствуйте. Я стояла, вас ждала. Какая песня у вас ассоциируется с Арменией? Гимн Армении. Напойте. Ну так, слегка. Дольмаш. Дольмас. Окей. And he? Дольма. Хачапури. Хачапури по-аджарски. Ну это же грузинское. Ну а название? Армения, родина моя. Хорошо, а вот что успело понравиться, запомниться, ну за эти три дня? Люди. Подумали, о да, это оно. Коньяк, наверное, точно. Ага. Нет, вопрос сложный, потому что все, что я пробовал в Ереване, было вкусно все. Да? Ой, я не знаю, даже сложно представить. Ну, закройте глаза. А скажи, приезжайте в Ереван, вам накормят вкусно. Давайте проассоциировать Армению с одним словом. Вот это какое будет слово? Дружелюбие. Шара. Наверное, опера. Вот там. Вот эти парки вокруг. Вот это, вот там, где бассейн. Вот, ну, прудик. А вы со мной споете? Я смогу. Давайте тогда вместе. Давайте. Раз, два, три. А где-то горы, горы, а за ними, ними Армения моя. Знаю, мама, мама, Армения, ты ждешь меня. Великолепно, Ольга, спасибо вам большое. Армения вам этого не забудет. Спасибо. Вопрос. Ваше любимое армянское блюдо? Хаш. Хаш. А подскажите, пожалуйста, какое самое распространенное армянское имя мужское, на ваш взгляд? Мисак. Какое необычное имя, я такого не знаю. Так, ну, а мне кажется, вопрос к вам. Какая песня у вас ассоциируется с Арменией? Я даже знаю, подскажи что-нибудь. System of a Down. Да, System of a Down. Все таки нет. Не, ну это группа, у них много песен, да. Это армянско-американская группа. Ну напойте что. Ну есть Aerials. Wake Up, да. Ну давайте, раз, два, три. Не, я просто не знаю слов. Я петь не умею. Да, поэтому, да, мы смущены. Ну там есть песня, где поется типа Aerials in the Sky. Да-да-да-да-да-да-да, типа того там. Хорошо. Ты известный армянин, да. Чё псуешь? Еще раз. А, песня «Чё псую», да. Но я ее не спою вам. Все, так прекращай говорить песни. Хорошо, спасибо вам большое. Пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте. Я стояла, вас ждала. Подождите, буквально пару интересных вопросов. Да, вы давно в Ереване? Я 3 недели. 3 недели, ну это много. 2 интересных вопроса. Первый. Какое ваше самое любимое армянское блюдо? Нам все нравится. Все нравится. Тогда будет вопрос посложнее. Какая песня у вас ассоциируется с Арменией? Все песни Эминема. Здесь очень любят Эминема. Мы заметили. Эминем. Везде Эминем. Ну и ладно. И последний, третий вопрос. Самое популярное армянское имя, на ваш взгляд, мужское? Арам. Арам. Спасибо вам большое, желаю хорошего вам вечера. Какое ваше самое любимое армянское блюдо? Так, это, наверное, будет лохмаджан все-таки. Да. Интересно. Так, вопрос сложнее. Какое самое популярное мужское армянское имя? Я могу сказать то имя, которое я слышал 2 раза, и это было имя Хащик. И да, я его слышал 2 раза. Хорошо, ну и третий, самый сложный вопрос. Вы готовы? Давайте. Какая песня у вас ассоциируется с Арменией? Гимн Армении. Напойте. Ну так, слегка. Я честно... Нет, ну, если из тех, которые я знаю... Можно немножко? Вот у меня почему-то черные глаза ассоциируются. Давайте споем. Черные глаза, вспоминаю, умираю, черные глаза, я только о тебе мечтаю, черные глаза. Прекрасно.
все. Спасибо. Все, спасибо вам большое, хорошего вам вечера и смотрите себя. Все, спасибо большое, приятного просмотра. И вам большое спасибо. How many days have you spent in Armenia? More than 10 days. 10 days, okay. And what is your favorite place so far? Oh, I would say here. Okay, here. And maybe what food did you like? What was the best you've tried for these 10 days? Dolmash. Dolmas. Okay, and you? Dolma. Okay, interesting. And maybe what is the favorite name of yours you've heard, or maybe the most one you've heard? So, like, how often? You know better than I the history of Yerevan. Can you be more specific? Yeah, for instance, you've met some Armenians here, and their names were, I don't know, the one you've heard the most. Like, yes. Yeah. Tamanyan. Okay. Yeah, actually, it's one is the famous architect, and it's the last name. It's the same. Okay, thank you a lot for your answers, and enjoy your trip here. Thank you. Ну это же грузинское на усложнение. Авилук. Точно, авилук. Да, как же я могла забыть авилук, но не тот, который горчит, а тот, который не горчит. Который вкусный, да? Да, да, да. Хорошо. Второй вопрос. Какое самое популярное армянское мужское имя? Вы слышали? Вот самое частое. Айк. Акоп. Что-то такое. Хорошо. И третий вопрос. Какая у вас песня ассоциируется с Арменией? Ой-ой-ой. Песня. Так, меня единственное, что я знаю из армянской музыки, меня вчера армянин попросил поставить Александра Маршала. Песня «Орел». Вот. Это все мои ассоциации с армянской музыкой. А может быть танцы? Танцы, да, танцы. Азнавур, разве что Азнавур, пожалуй, ассоциируется. Не знаю, насколько непосредственно с Арменией, но что-то такое на стыке как раз. Так, ну а танцы, может, что-то продемонстрируете? Ну, месяц все-таки. Армянская. Армянская, такое прям. Да, давайте. Я только на бачату ходил. Ну ладно, спасибо вам большое, ребят. Хорошего вам вечера. Какая у вас песня ассоциируется с Арменией? Вот ваша самая-самая любимая песня. Сможете напеть? Я? Не, навряд ли. Почему? У меня слух плохой. Не, не смогу. Главное, чтобы от души? Не смогу. Ну, а название? Армения, родина моя. Вы давно здесь? 3 дня. 3 дня. А что успели попробовать за эти 3 дня? Вы имеете в виду из еды? Конечно. Ну, дулму вашу попробовали, вкусненько. А еще что? Ну, я имею в виду из местной еды. Конечно, да, конечно, армянская еда. Хорошо, а вот что успело понравиться, запомниться, ну, за эти 3 дня? Люди. Атмосфера, страна, очень нравится. Очень уютно, так спокойно, расслабленно. Так, давно вы в Армении? Первый день. Ну, тогда вопрос. Что у вас ассоциируется с Арменией? Вот вы приехали, и вы так этого искали, и вот за этот день вы нашли и подумали, о, да, это оно. Коньяк, наверное, точно. Ага. Стереотип. Что еще? Шахматы. Доброжелательность. Людей, отзывчивость. Горы. Горы, да. И теплый климат. А вы уже поднимались на каскад? Видели Арарат? Только что поднялись. Его не видно. Не видно сейчас. Было. А какие у вас ожидания? Вот вы приехали, и вот что еще вы, вот что хотите увидеть за эти дни? На самом деле много чего. Хотелось бы не только Ереван посмотреть, но и окрестности. Сиван, винодельни какие-нибудь съездить, посмотреть. Дилижан, да, тоже. Но, на самом деле, хочется посмотреть всю страну. Ну и последний вопрос. Абрикос или персик? Персик. Абрикос. Вот, правильный ответ. Люблю, курагу люблю. Спасибо вам, ребят, большое. Хорошего вам вечера. Спасибо. Нет, вопрос сложный, потому что все, что я пробовал в Ереване, было вкусно все. Да? Да, а я не могу. Ну, мне тоже все было вкусно, так что выделить что-то одно. Я не знаю, я могу только лишь сказать то, что мне очень понравилось заведение Катсин. Но там не только еда, там еще и атмосфера очень интересная, и шоу, которое они делают.
делают по вечерам. Да, не просто еда, еще и шоу. Да. То есть ты и глазами поел, и в принципе поел. Хорошо, второй вопрос. Самое популярное мужское армянское имя, которое вы встречали в Ереване? Так, признаться, я из местных ни с кем не знаком. Особо уж статистики какой-то нет. Не могу ответить, не знаю. Видел все разные. А вы? Ну, я также, я даже меньше, чем он гуляла. Хорошо, а может тогда ответите вопрос, какая песня у вас ассоциируется с Арменией? А, даже есть одна, слышали одну, половину, насколько я понял, на армянском, половину на русском. Очень понравилась строчка «Ереван, Ереван, счастье и любви караван». А не напоете? Ой, лучше не буду. Ну давайте попробуем. Простите, лучше не. Ну давайте тогда последний вопрос. Какое самое любимое ваше место в Ереване? Ну конечно, это Кентрон. Прям вот весь центр, самый центр. Очень оживленный, очень яркий, разнообразный такой. Мне кажется, тут можно найти все. Так что можно, если можно, вот такую область задать. Вот пускай будет она. Мне больше всего нравится каскад. Очень красивый вид. Причем как на каскад, так и с каскада. И мне нравятся аллеи и статуи, которые вот на каскад ведет. Спасибо вам, ребят, большое. Желаю вам хорошего вечера и хорошей жизни в Ереване. Спасибо большое. Мы здесь, тем более, везде, где можно, я выбираю долму. Хорошо. Второй вопрос. Самое популярное мужское армянское имя, которое вы слышали вот за эти 5 месяцев? Вазген. Не знаю, очень много вазгенов на моем пути. Хорошо. Так, а теперь приготовьтесь петь. Какая песня у вас ассоциируется с Арменией? Ой, я не знаю, даже сложно представить. Закройте глаза. Армения. Ну, что-то, какой-то дудук, какая-то мелодия. Ее сложно напеть, это такой какой-то вот мелодичный, меланхоличный дудук. Ну и последний вопрос. Какое ваше самое любимое место в Ереване? Самое любимое – это площадь Республики, где можно сесть на скамейку, даже можно ее сдвинуть так, как тебе удобно, взять какой-нибудь коктейль, сесть вечером и смотреть на поющие фонтаны. Хорошо, спасибо вам большое. Хорошего вам вечера. Какие у вас ожидания от Еревана? Мы ждем вкусной еды, вкусного вина, красивых мест, каких-то новых исторических открытий. Едем как раз за город завтра. А куда поедете? Я, вот честно, вот сложно мне запомнить эти названия, но я знаю, что озеро Севан и разные там монастыри вокруг. Вот, мы планируем туда ехать с экскурсией. А что вам рекомендовали попробовать из армянской кухни? Что вам рекомендовали? Я говорю, приезжайте в Ереван, вам накормят вкусно. Какое самое, на ваш взгляд, популярное армянское мужское имя? Артур. Карен. Ты угадал? Я просто тоже так думаю. Хорошо, спасибо вам большое, тогда наслаждайтесь вашим отдыхом. Поражает количество ресторанов и да, их точно. Красота, то есть каждый ресторан просто манит. Из национальных блюд, ну, хачапури по-аджарски сегодня, я не знаю. Она, кстати, хуже, чем в Узбекистане. Да, так-то мы еще вообще не успели. Туризм, он еще только предстоит. Коктейли, огонь, холодный кофе, огонь. А вы скажите, пожалуйста, вот если вы можете проассоциировать Армению с одним словом, вот это какое будет слово? Дружелюбие. Жара. Строго положительные. Да. А вы что ожидаете увидеть? Если не материальное, то это скорее гостеприимство, обилие красок, что-то такое. А вот если я вас попрошу закрыть глаза, я вам скажу Армения. Вот какая первая ассоциация придет к вам на ум? Коньяк. Арарат или Ной? Скорее Арарат. Хорошо. Все-таки знаменитая гора. А вам удалось ее уже увидеть? Чисто так, с самолета. Много, очень много любимых мест.
Очень сложно сказать. Вот если спросите, вы любите Мендельсона или Битлз, или Леди Гагу, сложно же ответить. Также и в Ереване очень много прекрасных и районов, и мест, и ресторанов, и все такое. Так что это очень сложный вопрос. Какое самое часто встречающееся мужское имя армянское вы слышали? Либо Гор, либо Арам. Какой-то из этих двух. Чаще всего встречаю. И третий вопрос. Какое ваше самое любимое место в Ереване? Наверное, опера. Вот там. Вот эти парки вокруг. Вот там, где бассейн. Вот, ну, прудик. Вот те места мне нравятся больше всего, да. Продолжим разговор про еду? Давайте. Мы ходили и спрашивали гостей Еревана, какое же самое вкусное традиционное армянское блюдо. Вот на ваш взгляд, это какое? Ну, я не задумываясь должен был сказать колма, которое в каждой семье готовит мама или бабушка. А я наслышана про ваши завтраки на террасе роскошной. Расскажите, пожалуйста, какой самый вкусный и ваш любимый традиционный армянский завтрак? Завтрак традиционный – это яйца в разные интерпретации. Это яйца с помидорами, глазунья, в английском котлере, с мяткой и так далее, там, с брокколи, с травами, со всеми. Я в Ереване уже сколько? 8 дней. Это ваш первый визит? Нет, это мой не первый визит. Я приехала в Ереван в апреле, влюбилась и решила приехать сюда надолго. А почему вы влюбились? Что больше всего вам понравилось? Атмосфера, дружелюбные люди, вкусная еда, классная музыка. Это очень город, в котором все очень по-домашнему. Мне тут очень уютно, очень комфортно. А, кстати, о музыке. Если представить, что вам нужно описать одной мелодией, музыкой, песней Армению, какая это песня будет? Я думаю, Армения моя. Может, вы можете напеть? А вы со мной споете? Я смогу. Давайте тогда вместе. Давайте. Раз, два, три. А за... где-то горы, горы, а за ними Армения моя. Знаю, мама, мама, Армения, ты ждешь меня. Великолепно, Ольга, спасибо вам большое. Армения вам этого не забудет. Спасибо. Что было самое вкусное, что вы попробовали в Ереване? Вы знаете, я абсолютно не ем яйца. Вообще никогда, ни при каких условиях. И Ереван – это первое место в жизни, когда я смогла съесть яйца, и мне было вкусно. Поэтому традиционная яичница с помидорами в лаваше с зеленью и сыром – это восторг. Спасибо вам большое. Ну и последний, финальный вопрос. Какое мужское имя армянское самое популярное? Самое популярное? Ну давай. Карен. Вот это да! Пара-па-пам! Мы закончили. Сейчас мы услышим исполнение самой красивой песни от самого красивого и талантливого мальчика. Барбзис. О, сирун, сирун, иншу моте цар, сертис гахнике, иншу има цар. Миан мех сиро, весте сиреци, из дуан ирак, дава джанецир. Роскошно. Мерси. Часем. Успехов, радости, благополучия. Пусть ваши родные всегда будут рядом, чтобы все всегда... восхищались вами, будьте любимы и любите.